Здравствуйте всем, дорогие подписчики и гости Ютуба! С вами Трухин Глеб, вы на канале Трухин Глеб, Tech Pencil Fanatic 2018 HD. Сейчас я вам покажу, как я умею эффектить. Хотя я эффектую год, а моему каналу всего 2 года даже. Хотя появился 18 ноября. И приступаем! Первым делом у нас будет BFB6. Ну, как понимаете, For Ghost of Ar, автор Джинджелифи, сделано в феврале 8 месяцев назад. Так, скачиваем. Если там по-английски говорят. И приступаем. А, уже появляется. Надо подождать немножко. Что-то оно долго скачивается. Не понимаете ли? Дорогим подписчикам и гостям Ютуба. Так, уже скачано... О, уже скачано. Скачано. Так-так. Довольно-таки уже скачано. Это я уже выразился перед этим. Так, ищем двухминутие. Ой, нашел. Нет. Да я уже куда-то угнал. Так. Так. Нет, опять туда же. Попал. Разделить. Так. Получаем бонусы. Кто каждый? Так, это будет первым делом, первым оператором Beeline. Если знаете. Но если не знаете, то двойки. Так, первым цветом будет желтый. Желтый. Да, третьим цветом нет. Надо было угнать. Так, где-то 197 и 225. Ну и черный между ними. Так, так, это получается вообще в какую-то жесть. Если я не говорю. Так, вторая двуминутка. Это уже, наверное, посложнее. Так, ищем. Я уже устал что-то держать планшет, но мне придется. Ну, МТС это и так, знаете, российский оператор. А теперь как сделать как аккорд МТС? Ну, присаживайтесь поудобнее. Хотел сказать еще раньше. Присаживайтесь поудобнее. Чего я тут набираю-то? Да, вот это надо набирать. Да. Вот. Как раз выдался мне Philips Simply Clever. Я так и не выдержал. Так, смотрим в оба и на оба клавиши. А так, точки градиента вы знаете. Если что, красный, затем белый, затем красный. Смотрим в оба и на оба. Ах. Что-то мне чувствуется. Так, смотрим в оба, не на оба опять. Опять что-то лагает этот компьютер.
этот компьютер. Да я уже по ритму выразился. Ну да, так и есть. Ой, уже даже 5 минут прошло. Ё-моё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрим оба и на оба. 15:30. Это первое, что будет. Второе просто красный. Без ничего. А, и 15:15, это вообще я что-то выразился по постепенной. Ё-моё. Так, ищем 6-минутку. Была бы середина. Я бы ее нашел. Но это уже зом скрывается от этого. Эх, понимаете, от света. Как будто челлендж называется The Twinkle. Вы сами понимаете, что это за приггетончик. Да, но в конце будут картинки, даже будут видны. Я их поставлю. Обязательно. Ой, смотрим в оба и на оба. Так. Ой-ой-ой. 131 нужен мне. 1, 24. А не 14. 23. Белый. И этот должен быть фиолетовый. Боже мой, не такой уж и сильно светлый. Эх, бедные подписчики. Если бы вы знали, как вы тут ошибаетесь, ставь дизлайки. Это вообще не смешно, ставить дизлайки перед моими видео. Будете знать. Так, это уже лузеры скрываются корзинками икса. Икселя. Так, осталось всего лишь 3 этих. Так, все нашлось почти что. Да, ну... Вот эти... Первые и последние клавиши довольно гораздо проще. Ой, еще проверим микрофон. Боже мой! Боже мой! 7 минут! Даже 8! Черт! Как вы тут задираетесь, подписчики? Если б вы знали, эти подписчики... Подписчики... Ой-ой-ой-ой-ой! Клавиши! Опять белота! О нет, все нормально! Так... Все по постепенно и нормально. А теперь пишем L-I-F-E. Что это значит? Life. Если бы вы знали, дорогие подписчики. Ё-моё, ай. Чего тут там искать? Если можно найти. Ну, это эффекты меняются по 2 минутки. Почему я выбрал этот эпизод? Потому что он длится 12 минут. А всего 6 операторов. Поэтому по минутке меняется, даже меняется по минуткам. Так именно, знаете сколько? 12 поделить на 2 равно 6. Еще 2 секундки в конце. Что-то я уже жую. И 30 нужно. А я выбрал на 60. Боже мой, как тут в луне вечер меняется, подписчики. Ай-яй-яй. Так, ищем дальше. По поводу Теле2. Это я уже начинаю жевать ягодки. Я их притащил. Как только дожую, так сразу же... Успеем все это сделать.
Ну, скоро меня чай будут звать подписчики, поэтому вы там потом рассаживайтесь поудобнее с кино. Я не делаю длинные видео, я, между прочим, говорил там. Ну, как там сказать нарезку? Боже мой, осталось совсем немножко. Еще один эффект и уже все. И уже... Ой, я начинаю потеть! Боже, белый. Белый. 45, 94, 121. 45, 94, 121. Ну и остался всего один. И на этом будет финал. Картинки склею попозже. Как раз... Ой, нет. Еще надо найти, осталось Excel. Боже мой. А, искалось. Это я уже погнал по клавишам. Боже мой, опять этот бутбас. Боже мой, опять этот бутбаф. Как такое возможно? Выразить бутбаф перед своими подписчиками. Они вообще узнают, что я нуб. А я жить про. Да, почти. И там будут уже 4 точки градиента. Ну, начнем с Элдерли. А что переводится, я не знаю. Да, так и есть. Только меняем черный на белый. Так, 243, 18, 169, 13, 44, 92. Сто пятьдесят три. 143. 65. 53. И остались всего лишь картиночки и ренордация. Ну, на этом поговорим позже, а сейчас удачи. Да. Не говори.